Сегодня после школы дети часто ходят в кружки или секции дополнительного образования. Так же было и в прошлом веке. Пионеры часто посещали различные кружки, но самыми популярными были авиамодельные кружки. Дело в том, что в первой половине 20 века страна повально увлекалась авиацией. Знаменитых летчиков Валерия Чкалова и Михаила Водопьянова знала вся страна. В 1961 году состоялся первый полет человека в космос. Из летчиков прямой путь в космонавты или в инженеры, которые строили ракеты. Поэтому авиамодельные кружки были столь популярны. Многие пионеры мечтали стать летчиками или космонавтами и совершать подвиги, как они. Наш герой уже совершил в своей жизни серьезный подвиг. Меня зовут Тимур, мне 16 лет, и я закончил 9 класс. И я хочу поступить в промышленный экономический колледж. И я хочу что-нибудь изобрести, что-нибудь свое, чтобы я покорил весь мир. Я еще занимаюсь баскетболом с 2015 года. Играю за город Орехово-Зуево и Спартак Орехово. Я шел по мосту на тренировку по баскетболу. Услышал, кто-то кричит о помощи. Я думал, это какой-то розыгрыш, и меня хотят обмануть. Решил все-таки проверить. Там я услышал крики о помощи, и я побежал к реке. И увидел, как мальчик держится за кромку льда и нуждается в помощи. Я вот недолго думая, я побежал быстро к нему как можно ближе и протянул ему руку и сказал ему: «Держи мою руку, я тебя вытащу». Он так и сделал. Какая-то женщина, которая проходила, она взяла его и подняла наверх. Хотели вызвать ему скорую, либо такси. А мальчик не хотел, потому что думал, что его наругает. А я не знал, как правильно вытаскивать человека, и все-таки я его вытащил. Надо было лечь и взять свой рюкзак и подать мальчику, чтобы он схватился за лямку, и он бы за лямку рюкзака взялся, и я бы его вытащил. Я сразу не понял, потом, что я вообще сделал, потому что я сразу побежал на тренировку. Мой поступок оказался пионерским, потому что я не дал человеку вот утонуть. Это был мой долг. Я могу помочь, потому что у меня душа добрая.